Yes! Всем привет в этот отличный морозный день. Выехал сегодня на охоту. Я после обеда решил потратить 3-4 часа для того, чтобы найти тетеревок. Снег уже хорошо подвалило, и поэтому я на мотособаке езжу, смотрю, где тетерева примерно лунятся, что мне обходить, какие территории, в общем, куда двигаться. На мотобуксировщике это гораздо проще сделать, потому что на ногах столько уже не пройдешь. На лыжах еще рано, а пешком уже некомфортно. А мотобуксировщик тянет тебя свободно и преодолеваешь нормальное расстояние. Надеюсь, конечно, найти где-то их сидячих на березах, кормящихся, и дождаться, когда они залунятся. Ну а там посмотрим, может быть, так где наткнусь на лунки. В общем, охота будет по тетеревам. Сейчас многоследица, уже мороз простоял, наверное, дня 4. Зайцам укатано все, кажется, что зайцев столько, что и патронов-то не хватит. Но это многоследица, поэтому такое впечатление создается. Но все равно примечаю места для будущих охот, смотрю, куда потом вернуться, где поохотятся на зайца. Ладно, не будем терять времени, погода, конечно, мороз маленько отпустил, отличная. Итак, косачей я нашел, сейчас буду ее доставать, расчехляться и потихоньку выдвигаться туда к ним. Выехал я после того, как их увидел, точнее, как они слетели, увидел я три штучки, по-моему, да, три штучки слетело. Но это крайние, которые сидели, они стартанули и полетели. А сейчас выехал, когда так на поляну подальше, уже заехал, так, наверное, километров 800 от этого места. И вдалеке-вдалеке, смотрю, сидит, короче, навскидку, ну, как я примерно посчитал, штук 9. Так, вот рантаж. Рантаж. Тройка, дробь. Номер 3. Два в карман. Ложу. И два с собой. Больше мне не нужно будет. Заряжаем. Потому что, как правило, я всегда говорю, выстрел близкий получается на лунках. Ты знаешь, где они сидят, подходишь и уже делаешь выстрел. Судя по лункам, которые я видел, они скомканно ложатся. Я две их лёжки видел, может быть, позавчерашние, вчерашние, потому что я говорю, дня 4, по-моему, уже мороз. Но они вот здесь по краю держатся. Там, где больше снега, пухляк такой, они выбирают. И они тут как-то не то, что там большую территорию занимают, а как-то разом стараются лечь. Как-то надо подходить будет маленько это, смотреть, не засуетиться, потому что может одна партия залететь, потом вторая. И чтобы не растеряться и добыть свои птицы. Но иногда это сложно на этой охоте, потому что всегда эмоционально. Я сегодня подготовился, взял с собой я термосок с чаем. Налил мне в него кофейку, так что мне сегодня будет сидеть комфортно. На улице сейчас, конечно, хорошо, но к вечеру начнет, как всегда, холодать. Я не спешу специально, потому что сейчас я медленно пойду в их сторону. Отсюда, ну, точно, наверное, около километра они от меня сейчас находятся. Меня они сейчас не слышат, я поэтому не боюсь. Чай, ой, кофе с собой, ружье, патроны, хорошее настроение. И попробую и добыть. Что сейчас было? Сейчас иду. Я не понял, слажу сразу что-то круг. Какой-то звук такой. Когда я шел, в общем, не отличил. А это курица квохтала. И они сидели вот там вот на краю. Сам где-то там бы, наверное, и лунились. Я что увидел, это три штуки. Сидел где-то там за вот этими березами и там вот дальше на краю. И они сразу слетели и полетели дальше. О чем это говорит? Они не лунятся. Лунки, которые нашел, это, скорее всего, их. Их порядка 9, наверное, штук, я так посчитал. Рябчик еще где-то тут живет. Сейчас еще маленько здесь пройдусь и буду дальше переезжать, смотреть, куда они сядут, чтобы не найти их. А нет, так буду искать других. Времени у меня еще хватает. Прошел я немного. И вот они, их ночные лунки.
видел. Они вот здесь сидели. Ну вот на эту березка, там дальше осинник. Они просто слетели с ночных лёдов и полетели кормиться. Вот он, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Дали бы ложать, прям какие-то кустовые тетерева. Вот он лег и завалился. 9. Ух ты. 10. 11. Там 12. Вот они старые, они уже. Они живут здесь. Они здесь и ночуют. Все пухли. Им здесь удобно. Так что пойду сейчас искать этих ребят. Я говорю, ложатся как-то вот близненько друг друга. Они, ну, стараются, конечно, поближе, но как-то здесь совсем в одном месте там, вообще в одно место рухнули. Ладно, пойду. Время.
Есть контакт. Класс. Ну я даже лунку не видал, блин. Сидели вот так вот. Все-таки свою пару штук я добыл. Yes! Тяжелый день, но все получилось. Фу! Ё-моё! Отлично! Отлично! Вот где сидел. Я уже шел на эту лунку, все смотрю, с которой вылетел первый петушок. Смотрю, смотрю на нее. А тут еще один сидел, красавец. Здорово! Стою сейчас на месте, где от меня позади слетела первая курица. Заснять ее мне вам не получилось, потому что все произошло внезапно. Я эту лунку передвигался и не видел. В общем, тех косачей, которых я видел днем, еще по-светлому, скорее всего, я подшумел. Они куда-то перелетели, я их больше не смог найти. Искал их лунки, еще ходил, бродил, но тоже ничего не получилось. Поэтому я принял решение переезжать в более такие перспективные места для меня, где я могу наткнуться на лунки. И вот в одном из таких мест, где у меня получалась уже неплохая охота, я по краю перемещался, шел, смотрел, что будет. И взлетает первая курица. Я понимаю, что, скорее всего, она здесь не одна. Нужно еще проходить. Я вот тут вот стороной прошел, как сейчас стою от меня, влево получается. Дошел до края, думаю, а здесь место перспективней, между двух околков. Я думаю, сейчас между них пройду, там травой заросшая, если там ничего не будет, то кругом вернусь и обратно, то есть пойду. Здесь мимо, где эта курица. Прошел мимо, нахожу жировочные следы, как тетерева кормились на земле. Там видно прям, что нахожены. Я понимаю, что точно должны быть где-то здесь. И я буквально до них-то не дошел, когда пошел, но буквально 15 метров. Я кругом обхожу, бах, взлетает первый тетерев получается. Но я мажу по нему два раза так хлестко. Он на чистом, главное, был, но я мажу. В общем, он улетает. Но я уже карманов больше закинул себе. 5 штук у меня было с собой. Мажу по первому. Смотрю, все хорошо улетает, без проблем. Смотрю, еще лунки у меня перед собой. Я пошел, взлетает второй, я его бью. Можно было еще раз не стрелять, конечно, но я все-таки зуданул еще раз. Он подранен, и еще раз по нему, чтобы он сразу дошел. И один у меня патрон остается, я перезаряжаюсь. Но думаю, если вдруг повезет, то есть я еще раз выстрелю. Ну и точно, я возвращаюсь, и там, где сидел вот этот один черныш, за ним еще сидел следующий, просто он сразу не вылетел. И я добываю его. Вообще прям здорово, доволен, потому что уже под вечер. Пойдемте, я вам покажу их. Отлично, еще даже не дошел до конца. Но он уже готов. Такой красавец. Пойдем забирать второго. Потом мой второй петушок добытый. Отлично. Натоптали они тут, конечно, вообще все выбито. Даже, может быть, где-то еще сидит птица, но она не улетает. Такое возможно, потому что вечер. Я шумом уже прошел мимо и скажет, ну сижу, если никто меня не стронет, как бы и пересижу. Оба петушка такие с оперением, вроде как молоденьким, потому что не полностью черные. Вот такие вот классные птицы, тетерева. Вот такая охота у меня сегодня получилась. Два отличных тетерева я добыл, по одному благополучно смазал. Но ничего страшного. Я бы не стрелял второго, если бы попал бы в этого. Я еще до конца специально посмотрел. То есть, думаю, если будет заваливаться, уходить дальше, то я не буду стрелять, если еще взлетит. Но он благополучно улетел, я промазал. А этих двух у меня удалось добыть. Красота, два тетерева, отличный результат. Не получилось, конечно, их заснять вам, потому что было очень далеко в начале, когда я их увидел. Ну, а потом я их подшумел, скорее всего. Вот такая, казалось бы, что там, расстояние приличное, все, подойти. Но из-за мороза, из-за такой погоды, шума он боится, и он лучше не будет рисковать лишний раз и переместиться. Тем более время ему позволяет. Охотитесь с нами, охотитесь сами, добивайтесь результатов на охоте. Всем пока, подписывайтесь на канал.